И да, ребята, они реально открываются. Всем здорово, ребята, сейчас 5 утра ночи, поэтому сорян то, что я тихо немного разговариваю. Срочное подключение. Мне написали то, что открыты врата в радиоактивную зону. Сейчас я по-быстрому поеду и посмотрю, так это или не так. И сейчас посмотрим, что там вообще есть секретного. К сожалению, я не знаю, как они открылись, эти врата. Но сейчас, короче, приедем, все узнаем. Надеюсь, меня только что сейчас не обманули, и они реально открыты. Это будет вообще просто прекрасно. Кто не знает, что за врата, то есть, короче, радиоактивная зона. Я туда еду, да, вроде бы туда. Вот есть радиоактивная зона какая-то, да. Там есть секретные врата. Никто не знает, как их открыть. Ну, может, кто-то и знает вообще, как они открываются. Короче, мало кто знает. На ютубе видосов очень мало. То есть гайда никакого нету, как их открыть. Вот поэтому мало кто знает. Сейчас, короче, заезжаем и смотрим, открыты ли они. Ребята, они реально открыты, мужики. Чё, заходим сюда? А сюда пройти нельзя. А, да, то есть сюда пройти нельзя, к сожалению, но можно посмотреть через шифтлог, как мне сейчас чел написал. То есть тут есть какой-то control room. Все, что я могу заметить. И все, то есть реально они открылись. Как видим, то, что они реально открылись. То есть каким-то образом они открылись. Я не знаю, честно, как. А тут чел прошел, к сожалению, не очень честным способом. Он что-то нажал и... Он зашел в эту control room и открыл вот... И только что закрыл вот эти врата. Чего? Я вообще ничего не понимаю. Короче, на данный момент туда попасть нереально. В ту зону. Но они как-то иногда открываются, можно посмотреть через шифтлог. Когда они закрыты, нельзя посмотреть нормально через шифтлог. То есть только что чел зашел в какую-то там control room, нажал, видимо, на какую-то кнопку, и сейчас закрылись врата. Опять звук какой-то заиграл. То есть, видимо, кто-то как-то... Вы только что сейчас видели, то есть чел зашел туда и нажал на кнопку, и врата открылись. Опять он туда прошел, но неважно. Короче, вы поняли, ребята, на данный момент никак туда дальше пройти нельзя. То есть вот эти врата только могут открываться и закрываться, да? И, видимо, они открываются и закрываются с помощью какой-то кнопки там. То есть видосы, которые на ютубе, да, как чел открывал врата, дальше там проходило, это все фейк, к сожалению. Как чел опять врата закрыл, сейчас буду ждать, пока он опять нажмет на кнопку. Нажал. И да, ребята, они реально открываются. Капец. Прикол. Даже, конечно, я такого не ожидал. То есть можно нажать на шифтлог, да, и смотреть, что вот за этой черной такой вот стеной. Но пройти сюда без каких-либо читов, к сожалению, нельзя, да? А давайте сейчас, короче, чел попробует закрыть врата, а я останусь сейчас здесь. Надеюсь, я не сдохну, не потеряю свои кирки, да? Хотя я на другом слоте, поэтому мне нечего терять. Так, врата закрываются, и что со мной сейчас произойдет? Со мной ничего не произошло, я просто тут застрял, да? О, ребята. Смотрите, тут что-то какое-то, что-то есть тоже деактивное, странное. Ну, блин, заглянуть мне туда сложно будет. Ребята, там вторые врата еще открываются и закрываются. Как можно увидеть, сейчас я подальше даже отойду, чтобы можно было увидеть. Реально, вот. То есть тут еще одни какие-то врата. Так, то есть когда чел в контрол-руме нажимает там на кнопки, вот эти врата закрываются, а вон те врата, получается, вот эти, которые в углу справа, они открываются. Я извиняюсь, то, что вот так вот плохо видно. Вот, идеальный ракурс. Так, вот эти вот слева сейчас закроются.
И справа, по сути, да, справа реально врата открываются. И там какой-то проход, ребята. Там какой-то жесткий проход куда-то. Но, к сожалению, мы туда никак не можем попасть. Только с помощью читов. То есть разрабы еще не сделали способ. Так, сейчас туда еще пройдет. Короче, разрабы еще не сделали обнову, чтобы можно было проходить через врата. То есть все видосы на ютубе это был фейк. Так, то есть он пошел, закрывает вот эти врата, и сейчас откроются вот эти врата слева. Да, все верно. Короче, ребята, как-то так, вот такой вот видос получился. То есть теперь мы знаем то, что сюда никак нельзя попасть, только опять же с помощью читов. Врата здесь никак не открываются, точнее, не врата не открываются, а тут тупо черные, черная стена, ее нельзя пройти, но можно вот так через шифлок посмотреть, что там. Что там есть? То есть есть какая-то control room, где еще нажимает на кнопку. И врата либо закрываются, или открываются. Тогда, получается, ждем обновлений, когда уберут вот эту черную стену и что-то там добавят. Я не знаю, что буду добавлять, что дальше будет, но без щитов туда попасть просто нереально. То есть вы видите, врата открыты, но тут просто черная стена. Пройти просто нельзя. Можно увидеть только то, что тут вторые врата, и в ней тоже какая-то была комната, и какой-то там жесткий туннель. Надеюсь, вам понравился видос. Поставьте лайк за вот такой вот видос, секретный, так скажем. Всем спасибо за просмотр, с вами был Ванила, всем ББ. Ну, собственно, если ты досмотрел видос до конца и дошел до этого момента, вот тебе скрины, что находились в этих control-румах.